Друзья, всем привет! Снова с вами Олеся Селезнева. И в этом видео я хотела бы с вами поделиться очень важной и ценной информацией. А именно, почему же в очередной раз с компанией Armel выгодно сотрудничать как клиентам, так и тем, кто хочет заработать в партнерстве с компанией Armel. В последнее время в компании Armel произошли грандиозные изменения, естественно, в лучшую сторону, и все больше людей принимают правильные решения и возвращаются к активным действиям вместе с нами, с нашими командами. Но не успели мы переварить одну хорошую новость. Вчера у нас появилась просто сногсшибательная новость, которая, я уверена, взорвет ваши сети, взорвет ваши сердца, и вы станете самым счастливым и довольным человеком. Итак, переходим к новостям, да, о чем же это я, что за шокирующие такие события. Новость первая, да, все вы знаете, что в нашей компании была такая позиция, как кофе-пак. Скажу, что это стала одна из моих любимых позиций, потому что я кофеманка, я пью очень много кофе. И к тому же, всегда получая вот такую коробочку микс в подарок, друзья, это выгодно для тех, кто строит бизнес, для тех, кто проводит встречи. И получая коробочку в подарок, это вдвойне выгодно. Мы можем выпить сами, мы можем угостить, мы можем провести встречу. И сейчас, вы знаете, на складе люди перестали брать по одной коробке кофе, потому что они либо пьют сами много, так же, как и я, так же, как и многие, либо они проводят много встреч, и это тоже выгоднее покупать кофе-пак. И мне эта позиция очень нравилась. И знаете, буквально вчера у нас появляются две новые позиции, которые, я уверена, побьют все рекорды, помогут вам как клиенту, если вы клиент, потому что это выгодно, и также бизнес-партнеру, потому что это вдвойне, даже, наверное, три раза, в четыре, в пять выгоднее, вы сейчас поймете. Итак, у нас появилась такая позиция, как аромапак, друзья. Даже таких позиций появилось две. Первая позиция заключается в том, что вы можете взять абсолютно любые ароматы, либо из коллекции Classic, либо это всем полюбившая коллекция Jardin, либо Voyage d'Amour. В общем, любые ароматы, которые любите вы, которые вы хотите подарить на праздники ближайшие, либо есть у вас клиенты, которые полюбили этот аромат. И в подарок вы можете выбрать любой аромат из серии Adore. Adore – это новая подколлекция в компании Armel. Adore значит «избранный», и как приятно получить в подарок избранный аромат. Так вот, теперь к цифрам. Если мы берем 4 аромата классической коллекции, мы с вами затрачиваем 3920 рублей. Представим, что мы просто вложили эти деньги для того, чтобы эти ароматы продать и заработать. Так вот, раньше, продавая флакон классической коллекции, мы зарабатывали 500 рублей. Соответственно, с 4 ароматов мы с вами могли бы заработать 2000 рублей. А теперь, внимание, сядь, если ты стоишь, и желательно, если ты возьмешь листок и ручку и запишешь, какую цифру ты можешь заработать, приобретя аромапак. Друзья, я посчитала, что при продаже 4 вот таких вот флакончиков мы с вами возвращаем 6000 рублей, плюс нам дарится флакончик из коллекции Adore, это 1800 рублей. Таким образом, в наших руках окажется 7800 рублей. Но мы же с вами 3920 вложили, и нам их нужно вернуть. Соответственно, наш доход составил 3880 рублей. Это в два раза больше, нежели бы мы с вами покупали по одному флакону. Но выгодно это или нет, этот вопрос просто будет неуместен. Это просто шикарно.
И теперь, зная, что люди перестали брать по одной коробочке кофе, а берут именно 4, я просто представила, что люди приходят на склады и берут не один флакончик, а 4. Представьте, как может вырасти товарооборот в ваших сетях, как люди сразу будут зарабатывать деньги, они будут зарабатывать на продажах, а это минимум 4000 рублей. Они будут зарабатывать сейл-бонус, они будут зарабатывать рекрут-бонус. Ну просто это какая-то фантастика. То, что сейчас происходит в компании Армель, друзья, это просто фантастика. И следующая позиция, аромапак, назовем его так, аромапак 2, мы берем 4 аромата из коллекции Adore. Напоминаю, это обожаемая коллекция, это эксклюзивно, это то, что любят многие. И мы из вот таких мега продаваемых ароматов можем взять любые 4, можем даже повторять ароматы. И, друзья, сядьте, если вы стоите, в подарок мы получаем любой флакон из коллекции Амплуа. Чем выгодно? Давайте к цифрам. Итак, для того, чтобы приобрести эти ароматы, мы вкладываем 4600 рублей. Что дальше происходит? Мы продаем эти ароматы, нам возвращается 7200 рублей и 2500 мы получаем подарок. Продав все эти ароматы, нам возвращается 9700 рублей. А теперь в очередной раз призываю тебя сядь, если ты стоишь. Доход с продажи вот этого аромапака составляет 5100 рублей. Мы вложили 4600, а получили 5100. Друзья, это больше, чем 100%. Если есть такая компания, в которой ваш доход может превысить 100%, пишите мне, я обязательно рассмотрю данное предложение, но уверена, что такого предложения еще не было и не будет в ближайшее время. Поэтому, если тебе нужны деньги, если ты человек ищущий, если ты человек, который готов доверять себе, своему сердцу и готов принять информацию, действовать по схеме, которая уже работает, друзья, эта информация для тебя. Напиши тому человеку, который дал тебе посмотреть это видео. И, конечно, я желаю всем ароматных праздников. Дарите, отдавайте, получайте подарки и, конечно, финансовое вознаграждение. С вами была Олеся Селезнева и до новых видео. Да-да-да! Да-да-да!